вами с вопроса про адвокатскую палату субъекта Российской Федерации. На нашей схеме она представлена в середине, то есть такой вот прослойка между Федеральной палатой и адвокатскими фирмами. И дадим определение. Адвокатская палата субъекта – это негосударственная, некоммерческая организация, основанная на обязательном членстве адвокатов. Это определение взято из закона Российской Федерации об адвокатуре, и оно раскрывает основные ее признаки этой палаты, то, что она является негосударственной, некоммерческой, и вот особый ее признак – это некоторая принудительность в ее вхождение, это то, что она основана на обязательном членстве. Если обратиться к истории, то первая форма, похожая форма, это 1866 год, когда был создан первый совет присяжных поверенных в Санкт-Петербурге. Это вот первая попытка организации адвокатуры как корпорации. И совет адвокатская палата субъекта Российской Федерации – это один из элементов корпоративности адвокатов. До вот этой формы организационной адвокаты были просто лицами, оказывающими какими-то услугами на свой страх и риск, а теперь они объединились в какую-то определенную корпорацию. Итак, посмотрим основные признаки адвокатской палаты субъекта. Первый признак такой – обязательное членство. Обязательное членство, то есть все адвокаты, внесенные в реестр субъекта Федерации, реестр адвокатов, автоматически входят в адвокатскую палату. Автоматически. То есть как только с момента провозглашения присяги, получения удостоверения, он автоматически становится участником адвокатской палаты. Второй признак – он следующий. На территории одного субъекта может быть только одна палата. В данном случае законодатель не предоставил адвокатам выбора. Они не могут выбрать вот такую корпорацию или вот чуть-чуть другую. Все автоматически в одну корпорацию. Независимо от своего желания. Итак, на территории Российской Федерации сразу же, буквально в 2003 году, были созданы во всех субъектах свои адвокатские палаты. Вот перед вами уже их гербы, то есть они постепенно атрибутикой обзавелись. Вы видите и Волгоградскую область, и Москва, и Самара, и Саратов. То есть это достаточно уже, вот скоро им будет уже 10 лет, как создали первые такие палаты.